Один из секретов российских мастеров восточных единоборств всегда состоял в том, что наши бойцы умели взять из разных систем боевых искусств все самое лучшее. И не случайно именно в России в начале прошлого века появилась система, ставшая, наверное, одной из самых эффективных систем среди прочих школ боевых искусств. Это самбо, которое получило сегодня статус национального вида спорта. Российские мастера самбо традиционно успешно выступают на соревнованиях по разным видам борьбы и восточных единоборств, неизменно одерживая убедительные победы над соперниками. И сегодня мы приглашаем подняться на эту сцену одного из лучших самбистов планеты, 11-кратного чемпиона мира, 6-кратного чемпиона Европы, 8-кратного обладателя Кубка мира, заслуженного мастера спорта России Мурата Хасанова, лауреата национальной премии «Золотой пояс» в номинации «Выдающийся спортивный результат». Награду вручает руководитель Росспорта, двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Федисов. Дорогие друзья, для меня сегодня большая честь быть здесь на третьей церемонии в этом зале, который собрал великих спортсменов, сподвижников, тех людей, которые открывали новые виды спорта для нашей страны. И мне кажется, то событие, которое произошло здесь 3 года назад, когда все лидеры разных направлений собрались здесь, в Кремле, для того, чтобы создать единую организацию «Союз боевых искусств». Мне кажется, это было, наверное, самым своевременным, правильным решением. И в этой связи я хотел бы сказать слова благодарности Юрию Петровичу Трутневу, одному из лидеров, и второму лидеру нашему, Сергею Кириенко, которые действительно вот своим таким авторитетом, что ли, создали уникальную систему, которая сегодня показывает всему миру, что у нас во всех направлениях идет сумасшедший прогресс, и мы готовы сегодня биться с любыми соперниками и побеждать. Для меня сегодня особая честь вот стоять рядом с этим величайшим спортсменом, непобедимым Муратом, который сегодня, в общем, олицетворяет собой вот, наверное, такую богатырскую силу. Всех я вас поздравляю с очередным праздником, желаю всем удачи и побед. Спасибо вам большое. Добрый вечер. Мне очень приятно получить этот приз. Я думаю, этот приз не только мне, это всем самбистам, которые сегодня борются, начинают выступать. Большое вам спасибо. Служу советскому, с российскому спорту. Спасибо.